камеру наведем. Камушек подставим. Сейчас. О! Пойдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз. Хотя, может, и 12 мог бы сделать лучше. Считаешь, когда тоже. Так-то вот так. Так, на брусьях я тогда попозже сделаю. Видите, какая дорога. Асфальт какой, вернее, ровный. Как круто по нему бегать. Особенно домой, когда приходишь в кроссовках. И они все забиты этими камнями. Давайте, кстати, я сейчас один раз попробую пробежаться вместе с вами целый круг. Камеру, конечно, трясти будет. Ну да ладно. Что-то строят. Все строят дом. Жилой дом. Хорошо, дождя пока нету. То есть вообще. То вроде тучи какие-то темные. Что дождь пойти. Все, целый круг. Все, 10 раз на брусьях. Хватит. Можно было, конечно, побольше сделать, но ладно. Главное не перенапрягаться.
Вот такие охрененные асфальтированные дорожки у нас на стадионе. Видите, да? На стадионе никого нет, только кроме того, как там девушка какая-то пришла и еще мужик занимался, подтягивался, все, больше никого нет. Вот здесь, конечно, полная жесть вот здесь бегать, вот по этой херне можно спокойно споткнуться, упасть и все, разбить себе. Видите, здесь как сделано все. Кстати, на Xiaomi Note 5 неплохое это, четкость неплохая. Ну, по крайней мере, по камере видно. Хотя я так думаю, тут все равно какая-то стабилизация должна быть. Я особо не разбираюсь. Но вроде когда идешь, все равно трясется камера. Скорее всего, здесь ее нет. Вот солнышко встало, так что я нормально еще пришел. Хотя вроде обещали дождь. Кстати, напишите, ну, кто это видео до конца досмотрел, как вообще качество видео? Сильно как бы херовое или как бы более-менее еще? Вот со Xiaomi Note 5, он все равно это как бы бюджетный, ну, такой, раньше он был такой средний бюджетник такой телефон. Сейчас он, наверное, вообще 1008 стоит где-то на, с AliExpress его заказывать, если он там еще есть. Наверное, уже нет, сейчас какие-нибудь Note 7 самые эти, начального уровня, а так 8 Pro, Note 9 Pro, да, там какие остались последние там какие телефоны. Ладно, в общем, на это все. Всем пока. Сильно как бы херово или как бы более-менее еще? Вот со Xiaomi Note 5, он все равно это как бы бюджетный, ну, такой, раньше он был такой средний бюджетник такой телефон. Сейчас он, наверное, вообще 1008 стоит где-то на, с AliExpress его заказывать, если он там еще есть. Наверное, уже нет, сейчас какие-нибудь Note 7 самые эти, начального уровня, а так 8 Pro, Note 9 Pro, да, там какие остались? Последние там какие телефоны. Ладно, в общем, на это все. Всем пока.